Владимир Путин встретился с офицерами, удостоенными высоких государственных наград. В зале были и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении долга в Сирии. Эти кадры мы получили только что. Это не просто помощь там сирийскому народу и сирийскому руководству. Это прямая работа по защите интересов России. Граждан наших, вы и сами об этом знаете, должны об этом знать. Сегодня только, вот сейчас, вот прямо сейчас, смотрел последние материалы с места, где был сбит наш самолет. И погиб наш боевой товарищ. Наши стоят там, выходцы с Кавказа. Вот они там. Он по ним работал. Последние снимки вот сейчас смотрел, которые они сами сделали и которые никуда не выкладывали. Это не из сети снимки. Наши рожи там бандитские. Конечно, только с помощью той работы, которую делаете вы, нельзя переломить кардинальным образом. Это понятно. Но то, что там происходит положительного, это благодаря вам и благодаря вашим боевым товарищам, которые с воздуха работают и руководят, по сути, руководят сирийскими вооруженными подразделениями. Это тоже наша работа, и вы об этом знаете. Я вас хочу поблагодарить, и как в таких случаях говорят в вашем лице, всех ваших боевых товарищей, всем передайте самые наилучшие пожелания и поздравления. Ну и, конечно, хочу женщинам сказать, чтобы вы знали, что вы наши боевые товарищи.